Привет, меня зовут Татьяна Пальчук Рейкана, я художник, это моя мастерская, любимая моя мастерская, это мой мир, и я могу вас с ним познакомить. Музыка, безусловно, но это высшее. Я музыку ставлю из всех искусств, наверное, на первое место. Это звук. Это он невидим, ты его не пощупаешь, осязать нельзя. Картину ты подошел, в конце концов, рукой потрогал. А звук, это... И вот оно все должно войти. Потом твои знания, твоя философия, твое восприятие жизни, отношения. Это мало только уметь размешать краски. Это... Но художник это же не только, это не ремесло. Прекрасное рождение, когда вот зарождается будущая работа, картина. Это долго, но это такое наслаждение, но это самое. Остальное становится так. Ты только должен написать. Все. Я люблю уже тех людей, иногда я даже не знаю, кто и приобрел картину, кто ее купил, но я его уже люблю. Так, это есть так. Это мой ребенок, и они должны работы уйти в мир. Обязательно должны. Все должно уйти, потому что это так здорово, это же вот мое. Я думала, я посыл давала, я вложила туда так много хорошего. Это правда. Такого всего, вот этой жизни, вот этого утверждения, вот этого доброго, хорошего начала.